Walk out now.
Сегодня мы побывали в городе Краснодаре на краевом празднике народного танца «Край наш кубанский». Вывозили мы нашу образцовую художественную студию «Данка», руководитель Наталья Гордиенко. И надо сказать спасибо и руководителю, и нашим детям. Мы стали дипломантами конкурса «Кубанский казачок». В городе Оздоме Ростовской области прошел 4-й межрегиональный фестиваль народного творчества малых городов Юга России. Краснодарский край на нем представляли народные коллективы Услабинского района. Среди танцевальных коллективов наша студия «Данка» оказалась самой юной по возрасту. Ребята ожидали, что их соперниками станут сверстники, а соревноваться пришлось с 19-20-летними танцорами. И все же, собравшись силами, они смогли достойно выиграть этот турнир, получив диплом второй степени и памятный подарок.
Мы говорим вам до свидания.